Олег Ушаков – священник, который служит не только Богу, но и искусству. На выставке представлены 64 его работы, написанные за 20 с лишним лет. Пейзажи, портреты и натюрморты. Все они объединены общей целью – помочь людям отвлечься от мирской суеты. Хочется в нашу современную жизнь, достаточно такую напряженную, сложную, динамичную, внести некий такой вот позитивный момент, ну и побудить людей к тому, чтобы они на время приостановились, посмотрели, задумались. Картина «Благая весть» по замыслу художника должна говорить о том, что и в самых сложных обстоятельствах, когда почва уходит из-под ног, нельзя терять веры. Даже если общий фон жизни беспросветный, коричневато-серый, в ней обязательно найдется хотя бы одно светлое пятно. Настолько общественность творческая приняла этого художника сразу безоговорочно, поскольку он привлекал не только таким отточенным мастерством, своим особым взглядом на мир, вы знаете, добрым и светлым. Это в наше прагматическое время очень редкое явление в искусстве. В экспозиции много портретов. Батюшка-художник очень любит писать своих детей. У него их четверо, трое сыновей и дочь, а главным источником вдохновения считает природу. Ведь этот мир создан Богом и поэтому прекрасен. Евгения Жердева, Александр Пахомов. Новости сейчас.